Salut chers amis, здравствуйте дорогие друзья, on m'appelle Lucien et vous êtes на канале France Язык 1. Друзья, мы продолжаем с вами чтение текстов по учебнику «Синяя птица» 5 класса. И следующий текст сейчас начнем, рассмотрим с вами. Ну что, готовы? Хорошо, поехали! Друзья, сегодня рассмотрим с вами такое... маленький текст, в принципе, не так сложно, вот. Ну, поехали, друзья. Фабиен Робер. Mon père a 42 ans, ma mère 41 ans, ma sœur 17 ans et elle passe son bac. Moi, j'en ai 13. Mon père joue au tennis avec moi et mes amis. Ma mère ne travaille pas. J'aime jouer au tennis, aller à la pêche, faire du vélo et du skateboard. Pendant la récréation du collège, je joue à la pomme avec mes copains et au foot avec une balle de tennis. Ok, друзья мои, следующий раз мы с вами рассмотрим перевод этого текста. А пока наслаждайтесь чтением. Ok, друзья, до новой встречи. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, вы знаете, что делать. Палец вверх, колокольчик. И подписываемся, если еще вы это не сделали. И до новой встречи. Au revoir. Au revoir.